если ваши части тела выступают не по делу. Если вируса, бактерии, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. Праздничный день 23 февраля. В Самарской области небо закроют облака и тучи, пройдет снег, местами сильный. Температура воздуха днем 1-2 градуса тепла, ночью 0-1. Ветер южный, юго-западный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, возможно, осадки в виде дождя и снега. Днем +2, ночью 0 градусов, ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Тольятти облачно с прояснениями, дождь. Днем +2 градуса, ночью 0. Ветер южный 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно и снег. Днем +1, ночью 0 градусов. Ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное. 739 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 93%. Малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.